18 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею Раменской школы номер 4. Образовательному учреждению исполнилось 165 лет. От себя лично я также со словами признательности и благодарности за порой нелегкий труд наших педагогов, наших ветеранов, всех тех, кто сегодня определяет будущее нашего Раменского, будущее нашего Подмосковья, будущее нашей большой необъятной страны. Я уверен, что ваша школа сохраняет достойные традиции, но следуя, как Андрей Юрьевич сказал, инновации и технологическому развитию, будут и также давать великолепные результаты и являться лидерами образования. Еще раз поздравляю. На торжественной церемонии Николай Александрович вручил благодарственные письма почетным работникам школы и сертификат на 500 тысяч рублей для совершенствования материально-технической базы общеобразовательного учреждения. Раменская средняя школа номер 4 – старейшее в городе образовательное учреждение, история которого тесно связана с развитием города Раменская и текстильной фабрики. Я надеюсь, что те традиции, которые есть у нас, в том числе семейные традиции, как такого камерного достаточно заведения. У нас, наверное, не самый большой контингент, у нас всего 830 человек. И вот это дает дополнительный такой эффект домашности, если можно так сказать, нашего образовательного учреждения. Школа – это большая семья. Некоторые ученики 4-й школы вернулись сюда уже в качестве преподавателей, чтобы дарить знания новым поколениям. В этом году у нас выпуск 4-го класса. Я набираю 1-й класс в этом году. И, собственно говоря, еще заходим на 4 класса, на 4 года. Вот. Я очень люблю своих детей, очень люблю родителей. Это действительно та категория людей, с которыми мне очень приятно работать. Более подробно о праздновании 165-летия 4-й школы мы расскажем в ближайшем выпуске программы «Однажды в Раменском».